MTV.ua про головне. Ассаламу алейкум, уважаемые друзья. Ну что, настроение у меня хорошее, как видите. Что я могу сказать? Значит, получили мы очень интересные материалы. И зараз мы находимся в суде саме в той исторический момент, коли... Слава Україні! Героям слава! Коли російський триколор падає на землю. Задачу не выполнили. А вы там сидите с сырским, слушаете этого индюка. Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка. Сидишь и там умную рожу делаешь. Задачу-то не выполнили. В конце августа, в начале сентября, я думаю, что будет еще более крупномасштабная наступательная операция со стороны Украины. Не исключено, что это будет на юге. Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны. Выбить противника с наших территорий. Да, он, вот он все время переживает. Он нервический какой-то. Он умеет танцевать, он признался. Украина была сильно милитаризована на момент начала специальной военной операции. И, как вчера сказал Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена. На самом деле, цель, которая Путиным была поставлена по поводу демилитаризации Украины, она же на самом деле достигнута была еще в апреле и в мае. Если честно, уже тогда не было у Украины тех вооруженных сил, которые у нее были на начало конфликта. Потому что все меньше и меньше своего оружия Украина использует, и больше она использует систему вооружений, которые ей поставляют страны Запада. В апреле уже уничтожен был там и флот, и авиация, и много чего другого, да, а остатки были добиты тогда. Все, что туда пришло, все деньги, которые пришли, все боеприпасы, тем более сейчас зимнее вооружение и так далее. Все это абсолютно натовское. И пора уже нам вообще прекратить, может быть, даже в наших и телевизионных программах и везде употреблять термин ВСУ как таковой, а просто говорить о том, что натовские силы на территории Украины сегодня там отступили туда-то или пошли туда-то или сделали что-то, то-то. Я считаю, что даже само понятие «Украина» не должно существовать в будущем. И понятие «украинец» не должно существовать в будущем. Дело не в нашем политическом режиме, не в чем-то другом. Просто им не нужна такая большая самостоятельная страна, как Россия. И, конечно, это обязывает Россию к тому, чтобы применять более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей на Донбассе и безопасности Российской Федерации. Вот видите, пятиэтажки, тоже Тошковка. Вот в этой развалине живет до сих пор одна семья. Ну, это страшно. Электричества нет. Средств к существованию нет. Вот люди здесь говорят, вы нас освободили. Некоторые, я слышал, тоже такое. От чего вы нас освободили? От наших домов? От наших зарплат? От нашей жизни? Нельзя вести так военную кампанию. Будете получать в качестве освобожденной территории, так называемой, выжженную землю. Начали мы, так, конечно, свое движение с Донецка. Донецк, конечно, там есть следы прилетов, но, поверьте, там есть, так сказать, это... Те разрушения, которые мы видели в Донецке, ну, они очень незначительные по сравнению с тем, что мы увидим дальше. Вот эта вот часть Тошковки, которая состоит из многоэтажных жилых домов, ну, наверное, так же выглядит Мариуполь, опасная, которая подверглась страшным разрушениям. И Грозно 95-го и 2000-го годов. Вот та же картина запустения вот этого страшного вот этого колесницы Джиггернаута, прошедшейся по вот этим жилищам, полицейским судьбам. Удивительно, но вот в одном из этих домов, в Тошковке, вот в этом полуруине, оказывается, живет семья Эдуарда, не стал называть фамилию, шахтера бывшего, вот его шахта тут же, разрушенная за домами, вот, и его семьи, вот в доме готовом рухнуть буквально в любой момент, без электричества, газа, воды, без канализации, он продолжает выживать. Российские вооруженные силы не бомбят города, и об этом всем хорошо известно. Вот здесь была подконтрольная Киеву территории. Вот год спустя, вот ехали мы сюда. Вот что здесь происходит за этот год после того, как освободили от бандеровщиков? Вот здесь, в Тошковке,
Было 4000 жителей, сейчас 170. Из них 60 вообще не имеют никаких средств существования. Ну, потому что они либо, так сказать, работы нет, потому что здесь единственную шахту разбили. Сколько бы видео, нарезок и фото фейков не было сейчас вброшено, правда все равно пробьется. Наши, наступая, применяли солнцепеки, соответственно. Вот. Жгли, сжигалось очень много. 7 домов осталось, только не пострадало во всей деревне. Стволы изношены, есть разброс снарядов. Попадали по домам. И посмотрите, что с ними случилось. Дома, а в домах были люди. Они там прятались, мы уходили. А кто-то, может быть, и оставался. Зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Ну-ка, никак. Ну, ради чего? Зачем? В чем смысл? Вот. И по явно гуманитарному объекту. Удивительно. Просто. Нет, смысла нет никакого. Какой смысл это в этом? Военного смысла нет никакого. Ехали мы в Тошковку. Зачастую больше боятся не украинскую артиллерию, а свою, потому что она бьет куда попало, только не по адресу. Что же было после? Пришли наши. Нет, это не мой РФ, это все-таки народные корпуса. Черт, началось. Тащили всю бытовую технику. И даже сейчас, вот, собственно говоря, жители жалуются, и сейчас стараются, дома, чтобы дома кто-то оставался в этих остатках домов, иначе всего лишишься. И, конечно, это обязывает Россию к тому, чтобы применять более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей на Донбассе и безопасности Российской Федерации. Штаты разжигают ненависть к России, штаты и страны Западной Европы пытаются представить Россию агрессором, виновником каких-то военных преступлений. Поставки оружия – это не участие в войне. Многие страны поставляют оружие кому угодно. Байден, прекращай вот эти глупости. Байден, думайте о своих людях. Ни в коем случае не давать никаких атомных реакторов, всяких бомб, там всяких приставок. Не давайте им заряды. Чем больше западного оружия, любого, нового или старого, поступит на Украину, оно поступает все непрерывно, тем хуже, тем тяжелее нам будет воевать. Для того, чтобы победить Запад, мы должны нанести им удар в финансовой сфере, в информационной сфере, в технологической сфере. Проснитесь! Россия всегда воевала с Западом. Всегда. Вы просто спали летаргическим сном. Запад во главе с США, да, и формальное лидерство США неизбежно, не может допустить все-таки победы путинского режима, потому что это означало бы, ну, полный крах системы безопасности, сложившейся во второй половине 20 века, и многих других ценностей. Если победит Дональд Трамп, ну, некоторые сложности будут, но не фатального масштаба. Если к тому времени, когда в Америке произойдут выборы президента, ВСУ продемонстрирует некие успехи, Трамп, он же всегда ориентируется на победителя. Поддержка все-таки будет. Другой вопрос, там уровень поддержки и уровень уступок, к которым потенциально может склонять Запад Украину. Пока официально говорится, что Украина сама решит, какие условия окончания войны она сочтет для себя достойным, и до достижения этих условий Запад будет оказывать поддержку. Ну, значит, нас обвиняют, что мы там Донбасс оккупируем. Да, они беспрерывно пытаются насытить все эти участки своими войсками. Сегодня вооруженные силы Украины, вернее их воздушная часть, ВВС Украины, объявили о том, что F-16 полетели на первое задание. OMTV.UA про головне. Да, они беспрерывно пытаются насытить все эти участки своими войсками. География боев на территории РФ расширяется. Телевидение об этом молчит, называя происходящее ситуацией. Хотя о провалах обороны заговорили даже в Госдуре. Все больше районов Курщины становятся ареной боевых действий, которые начались также и в соседней Белгородщине. Так называемые военкоры признают, что город Суджа захвачен
захвачен украинскими воинами. Ночью шли бои за поселок Мартыновка на северо-востоке от Суджи. Силы обороны Украины появились и в Беловском районе. Местные жители засняли украинскую бронетехнику. Накануне ее также видели в соседних Борках. Районные власти призвали людей эвакуироваться, хотя на прошлой неделе они наоборот уговаривали не уезжать и разворачивали машины. Вероятно, украинцы пытаются войти и в соседнюю с Беловским районом Белгородскую Народную Республику. Был атакован погранпункт Колотиловка, его обстреливают танки. Гауляйтер Гладков объявил об эвакуации жителей Красноярушского района. До начала войны там проживали 14 тысяч человек. Для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Красноярушском районе, в более безопасные места. Путлер не комментирует происходящее и на седьмой день специальной освободительной операции. Кремль опубликовал его обращение к участникам форума «Армия-24», но о ситуации в Курской и Белгородской народных республиках там нет ни одного слова. В последний раз Путлер говорил о ней в прошлый четверг, пообещав пострадавшим выплачивать по 10 тысяч рублей. Это чуть больше $100. Госканалы вслед за ним называют события провокацией и ситуацией. На канале «Россия-1» называют или ситуацией на территории РФ, или атакой на Курск. Владимир Помет Соловьев в своем ток-шоу использовал выражение «беспрецедентная эскалация». Что случилось? Почему все это происходит? А знаете почему? Задайте вопрос, почему? Так почему? 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 Вот потому что... Потому что получили пизд... Вот и все. Вы в том числе не только политик, не только подполковник запаса, но у вас есть и опыт участия в боевых действиях в Афганистане, вы ветеран той войны и хорошо, наверное, знаете о том, о чем говорят сейчас бывшие российские военнослужащие или те, кто продолжает служить. Что говорят, что думают по поводу того, что седьмой день происходит в Курской области? Это блестящая операция вооруженных сил Украины и то, что Россия не справляется с обороной собственной территории, показывает ее слабость, что это колосс на глиняных ногах. И, собственно, это обсуждается в Z-пабликах, это обсуждается в обществе. Это очевидная вещь, которая, собственно, показывает истинное состояние вооруженных сил России. Там никакой, ни о какой второй армии мира не может вообще идти речь. Тут, собственно, это блестящая операция вооруженных сил Украины, которая показала всю никчемность руководства вооруженных сил России и, собственно, самих вооруженных сил. Каким образом эта операция, на ваш взгляд, может повлиять сейчас на ход войны? К чему может привести? Смотрите, я еще год назад, по-моему, комментировал у вас на канале, когда был захват Пригожина Ростова-на-Дону и поход его на Москву, говорил, что, собственно, в тылу российских войск нет никаких сил, резервов. И поэтому очевидно, что тот же Пригожин мог идти там вполне до Москвы, если захотел бы там идти на Дальний Восток, он дошел бы до Дальнего Востока без какого бы то ни было сопротивления. И тогда же я удивленно сказал, что если бы, скажем так, украинская армия предприняла рейд по тылам российских войск, да, зайдя там, с Курской области в сторону Белгородской, Ростовской, то я думаю, что она не встретила бы никакого сопротивления, потому что там действительно войск нет. Собственно, эту блестящую операцию, понимая, что никаких резервов, никаких там оборонительных сооружений нет на территории той же Курской области, использовало руководство вооруженных сил Украины. Я полагаю, что это, в тактике это называется разведка боем, когда бросается какое-то подразделение, да, дальше ведется сбор сведений, там, скажем так, о противнике, о передовых войск, о нахождении передовых войск,
собирается информация. Вот, собственно, это, мне кажется, на мой взгляд, это операция как раз разведка боем. Посмотреть, что там находится, как можно воевать на территории противника, какие силы задействованы. Здесь совершенно очевидно, что очевидно совершенно слабость вооруженных сил России, у которых нет действительно никаких резервов, нет логистики, чтобы перебросить какие-то войска из района там, боевых действий вот в Курскую область. Нет даже ракатных дорог вот, прифронтовых, да, вот вдоль линии фронта, чтобы попасть из одного пункта Курской области, там, пограничного, допустим, пограничный пункт Белгородской области, нужно как минимум, наверное, ехать в Курск, в столицу, и потом оттуда там еще в Белгород, а оттуда уже, собственно, к там, пограничному пункту. То есть, очевидно совершенно, сейчас Путин находится в Туанге, в этой ситуации, и уже тут шутят, что он там, его позорное правление началось там с гибели Курска. Сегодня как раз годовщина 12 августа погибла тогда подводная лодка «Курск». Это тоже такие страшные совпадения для российской истории. Да, аналогия тут совершенно четко прослеживается. То тогда он там ушел от ответственности и от комментариев. Да, то, что сейчас он опять же не хочет признавать очевидное совершенно, что это война. Что эту войну невозможно выиграть, что это позорище. И вот, собственно, то, что сейчас идут все эти нарративы там, о том, что давайте там вести какие-то переговоры там, ну, со стороны того же, там, допустим, Явлинского, там еще там, как, ну, не знаю, там Шлосберг Лев там пишет какие-то такие мирные инициативы. Мне кажется, это неспроста. Они пытаются прощупать, получить передышку, потому что воевать нет. Заметьте, что так широко анонсированное наступление на Харьков, оно закончилось ничем. Война превратилась в такую окопную, позиционную. Вооруженные силы Украины потихонечку перемалывают наступающие на разных участках фронта российские войска. И, собственно, вот никакого продвижения там тотального нет. Прошло полгода с момента, когда была заявлена Харьковская операция. И мы видим, что сегодня она превратилась в курскую операцию уже вооруженных сил Украины. Я думаю, что сейчас действительно Путин в положении Цугцванга. Там, все, что не делается, там, снимать людей с фронта, перебрасывать, это значит ослаблять выступательный, скажем так, потенциал войск на украинском фронте, на Донецком фронте, на Харьковском фронте. Поэтому... При этом слабость. И слава богу, что это очень такой показательный урок, это блестящая, говорю, операция вооруженных сил Украины, которая показала всю слабость. Мы фиксировали огромное количество иностранцев на всех участках фронта. И в конечном итоге, я так думаю, что да, наверное, задача дойти до Москвы. Они же сами понимают, что у них реально таких сил и средств нету. Задача, наверное, изначально ставила сделать какой-то серьезный блицкриг, занять, скажем, территорию вместе, скажем, с Курском, после чего поставить ультиматум о том, чтобы мы там либо вывели войска там и отошли там, или еще что-то.